В зимний период дорожают фрукты и овощи, а потому нередки случаи, когда на экзотических фруктах хотят нажиться. Во время оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции был обнаружен склад неучтенной хурмы. 17 тонн продукта в 1800 ящиках были неучтенными. Установленный факт незаконной реализации из склада, расположенного в месте Запорожья, хурмы из Азербайджана. В ходе проверки установлено, что реализацию хурмы здійснював не гражданин Украины, который не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности. Під час огляду складу вилучено близько 1800 дерев'яних ящиків хурми вагою 17 тонн. Всього товар оцінили 270 тисяч гривень, а от нарушителя ділився значительно меншою кров'ю – штрафом в 340 гривень.